Накануне сказочного и доброго новогоднего праздника представители 11 ведомственных силовых структур пришли на сказочное мероприятие, которое прошло в стенах Центра дополнительного образования детей и молодежи с вкусными подарками и поздравлениями для мальчишек и девчонок из социально-педагогического центра города Бреста. Взрослые вместе с ребятами встретили Деда Мороза и Снегурочку и водили хороводы. Новогодняя программа для гостей была действительно очень праздничной и интересной, создала настроение для всех присутствующих. Новый год – это праздник волшебства, потому приход гостей – это вера в то, что чудеса случаются. Мальчишки и девчонки верят в сказку и в исполнение своих желаний. Для меня Новый год – это очень большой праздник, самый ожидаемый в этом году. Для всех он очень такой прекрасный. Все очень любят его, потому что любят ждать подарки, любят Деда Мороза. Я тоже, мне 16 лет, я тоже 16 лет очень люблю этот праздник и до сих пор верю, что Дед Мороз существует. Мне очень приятно, что вот много людей стараются для нас, что дарят нам подарки. Это очень приятно. Очень большое им спасибо и очень благодарен. Это для меня почти как день рождения. Мне сегодня очень понравилось, нам подарили подарки, мне подарили наушники, плюшевую игрушку Фокси и некоторые еще подарки с конфетами. Когда к этим крохам взрослые совсем незнакомые люди проявляли внимание и заботу, детишки дарили им море улыбок, блеск в глазах, ведь каждому малышу так хочется делиться всем тем, что у него внутри, чем-то своим личным и сокровенным. А взрослые, в свою очередь, с удовольствием старались подарить мальчишкам и девчонкам то самое тепло и новогоднее настроение и веру в чудо. Новый год – это время чудес, время, когда каждому ребенку хочется верить в сказку, верить в то, что его желание обязательно сбудется. Вот и сегодня мы вместе с нашими коллегами из Белтамошсервиса посещаем детишек социально-педагогического центра города Бреста. При выборе учреждений мы брали такой принцип – дарить тепло и радость тем детишкам таких учреждений во всех городах Брестской области, где присутствуют структурные подразделения Брестской таможни. Сотрудники госавтоинспекции в очередной раз также в рамках этой акции приняли участие в поздравлении ребят из социального приюта города Бреста. Сегодня мы подарили денежный сертификат для благоустройства социального приюта, ну и, конечно же, сладкие подарки и сувенирные подарки от госавтоинспекции Брещины. Для нас это знаковое событие, и важно, чтобы каждый ребенок не остался без внимания, для того, чтобы до каждого дошли не только подарки, но и яркие новогодние настроения и впечатления, которые останутся с ним на весь следующий год. Название республиканской акции «Наши дети», пожалуй, более полно и точно объясняет суть проводимых мероприятий. Ведь каждый ребенок в эти дни становится участником маленького новогоднего чуда и волшебства.